Мы проводим серию обучающих вебинаров по платформе FineBI, версия 6.0. Мы – это компания BI Consult. Мы работаем с 2009 года на рынке бизнес-аналитики и строении хранилищ данных. Соответственно, мы в настоящий момент являемся платиновым партнером компании FunRoan. Это вендор программного продукта FineBI. Соответственно, ну, то, что я уже говорил, да, то есть мы работаем с 2009 года. У нас много успешных проектов в разных отраслях, то есть телекомы, банки, страховые компании, промышленное производство, там, ритейл, дистрибьюция, очень весь спектр бизнесов, какой только возможен. Соответственно, мы первый получили официальный партнерский статус FunRoan в России. У нас большой штат сертифицированных разработчиков, поэтому мы готовы вам помочь с разработкой и внедрением этого прекрасного продукта FineBI. Также у нас есть собственный учебный центр, в котором вот мы в конце октября запускаем новый курс. Это продвинутая разработка FineBI. Вот, обратите внимание, кто интересуется, кто уже довольно давно работает, ну, продукт молодой, ну, имеется в виду на российском рынке, те, кто давно работает с данным продуктом, ну, хотя бы там, не знаю, от полугода, рекомендуем записаться на данный курс и пройти обучение. Соответственно, там получите новые знания, усовершенствуете свое понимание данного биоинструмента. И, кстати, ну, то есть помимо курса по продвинутой разработке, у нас есть еще курс для начинающих, то есть те, кто только знакомится с курсом FineBI, то есть, по сути, это с нуля до уровня junior-разработчик. И также у нас есть админский курс, то есть для администраторов FineBI, кто управляет, собственно, настройками, администрирует сервер FineBI. Для вас, кстати, сейчас вот для тех, кто участвует в данном вебинаре, готов поделиться промокодом «Осень». Вот данный промокод действует на все наши обучающие курсы по FineBI. Если вы оставите заявку в течение следующей недели, то у вас будет скидка 20% на обучение. Вот, так что пользуйтесь, делитесь со своими коллегами. Пускай сообщество FineBI в вашей компании, ну и в России растет, как бы, и развивается. Вот вкратце особенности FineBI, да, то есть это продукт enterprise уровня. Изначально, ну, то есть китайцы взяли за основу какую-то раннюю версию Tableau, вот дальше ее значительно усовершенствовали, сейчас это что-то получается среднее между Tableau и Power BI. Вот огромный функционал из коробки, соответственно, self-service, то есть вы, ну, в частности, вот сегодня Наташа нам продемонстрирует, какие возможности есть в плане ETL, да, внутреннего. На самом деле, то, что мы сейчас покажем, это небольшой кусочек. В проработке у вендора есть расширение вот этой сферы ETL, да, то есть как у Tableau, например, был Tableau Desktop и Tableau Prep. Вот примерно в таком же ключе движется компания FunRoan, то есть у них есть продукт FineBI, и они сейчас готовят к выпуску на российский рынок FineDataLink. Вот они обещают до конца года, что, скорее всего, они сделают релиз на российском рынке. Ну и, собственно, вы увидите, насколько там это будет более мощный визуальный ETL-инструмент. Вот. Ну и там не забываем про поддержку мирового уровня, то есть реально к чести нашего вендора они очень оперативно отвечают на все вопросы, все замечания, исправляют ошибки, ну, ошибки, да, в IT бывают, к сожалению, вот, но они их быстро исправляют. И уже вот, как бы, мы сейчас видим, уже 13-я версия, 6.13, 6.0.13 версия. Соответственно, вот они оперативно все подправляют, дополняют, улучшают. И продукт, ну, по сравнению 5 и 6, вот кто работает давно уже с FineBI, да, разница колоссальная. Вот, ну, это я уже рассказал, да, про курсы. Соответственно, не забывайте, промокод «Осень», 20% скидка на обучающие курсы. Что вам еще интересно показать? Ну, соответственно, наверное, вот ссылка на полезные материалы. Кто первый раз на данном мероприятии присутствует, соответственно, вот есть QR-коды, сканируйте их. Ну, сейчас и в конце, соответственно, нашего мероприятия, после ответа на вопросы, мы тоже покажем эти QR-коды. Сможете
скачать и, соответственно, перейти, ознакомиться с технической документацией, с материалами нашего портала Data Finder, там различные примеры работ, как мы решали задачи для различных отраслей, для различных сфер бизнеса. Вот также ссылка на наш телеграм-канал и YouTube-плейлист. Вот я уже видел, там коллеги спрашивали по поводу записи предыдущих наших вебинаров вот по этой теме обучающей по FineBI 6.0. Туда же мы выложим вот на YouTube-плейлист FineBI, туда же вот после обработки, там, ну, с небольшой задержкой, но все туда мы тоже выложим. Собственно, кратко это все. Передаю слово, получается, Наташе. Наташа, Все тебе окей. слово. Да, на... Спасибо. Отпусти, пожалуйста, возможность мне Так. демонстрацию включить. Прекрасно. Вроде отпустил. Нет, не получается. Не получается. Осуществляешь, пока нам показываешь. Ага. Вот. Теперь есть. Я делюсь своим экраном. Все видно, все слышно. Да. Скажите, что все появилось. Сегодня я сразу же открыла раздел именно работы с данными в Subject. Напомню, мы создаем тему объекта анализа, либо редактируем и добавляем источники данных, с которыми мы будем работать в данном объекте анализа. Здесь можно добавить сразу несколько вариантов. То есть, если мы понимаем, что мы работаем с каким-то объемом данных, которые несколько таблиц, это вот у нас классический суперстор. Накидаем несколько страничек, несколько табличек. Order details, employees, допустим. Customer full. Ну, пока все, посмотрим потом, что нам понадобится. Напомню, модель данных мы создаем в разделе Model View. Здесь автоматически у нас создаются связи. Но с точки зрения работы внутреннего ETL, наличие связи в модели не имеет большого значения. Мы работаем непосредственно с теми таблицами, которые мы подключили. Внутренний ETL позволяет сделать ряд операций и преобразовать на основании исходных таблиц, которые мы подключили с помощью коннектов, исходных источников данных, мы создаем датасеты. Сейчас датасеты являются частью объекта анализа subject. И здесь мы, перед тем, как приступить к визуализации и созданию компонентов и дашбордов, можем дополнительно обработать эти источники данных, а в дальнейшем опубликовать их. Вот Apply for Publication также теперь доступно в шестой версии и для датасетов. То есть вы создаете какие-то самостоятельные источники, в том числе, вот как сегодня было озвучено, на основании там нескольких таблиц из разных источников полученных или датасетов, опубликованных ранее или используемых, или созданных ранее вами же в другом. Здесь вы можете использовать в My Analysis, то есть данные не только именно в Public Data, но и то, что вы используете в My Analysis, то есть как опубликованный источник, который вы ранее уже создавали. Допустим, вот у меня есть Postgres Order Details, например, и либо те, которые вы создавали в других объектах анализа своих, но не опубликовали, или администратор не согласился с вами о том, что его стоит опубликовать и дать доступ другим разработчикам. То есть здесь нет обязательства, что все источники должны быть опубликованы, которые вы используете в объекте анализа. Начнем с интерфейса и с тех возможностей, которые дает внутренний ETL. Как сказал Сергей, да, это внутренний ETL, появится, но отдельный продукт, который будет иметь больше возможностей, он будет более сложный и интересный, но уже сейчас у нас есть достаточно возможностей подготовить данные и для визуализации дальнейшей работы. Начнем с самого начала. Формула колон, как и в пятой версии, это осталось. То есть у нас есть возможность, используя математический набор функций из списка, добавить
поле на основании расчетной функции. Я не буду ничего особо здесь придумывать, сделаю очень простой, там логарифм десятичный по какому-нибудь gross sale. Это здесь не принципиально, что мы делаем. Моя задача показать, в принципе, те возможности, которые дает инструмент. Здесь мы можем либо вручную задать тип данных, либо выставить автоматически. То есть, если вы сомневаетесь в том, какой тип данных получится в результате, можно указать явно. А можно оставить автоматически и дальше уже изменить этот тип. Здесь на самом деле все очень просто. Это то, что было и в пятой версии, ничего не поменялось. Напомню еще из интерфейсных моментах. Здесь мы можем посмотреть данные в виде detail display, либо посмотреть состав полей, которые у нас есть. Также хочу отметить и напомнить, что при расчете используется не весь массив данных, который есть в источнике, а только часть, либо 100 тысяч, либо тут 10 миллионов, по-моему, строк, 10-100 тысяч. То есть иногда бывает такая ситуация, и были заявки, вопросы о том, что вот я пытаюсь что-то там сделать, отфильтровать, а у меня нету данных, потому что в том объеме первых выборки этих данных, допустим, и не оказалось. Но когда вы сохранитесь, обновите источник, то в конечном счете в компоненте у вас появятся все данные, и все будет корректно отфильтровано. Да, желательно, что предполагается, что FindBI предполагает, что вот этот выбранный объем данных является репрезентативной выборкой, которая позволяет определить все варианты возможных данных, содержащихся в этом источнике. Но в случае, если вы видите, что чего-то не хватает, хотя вы знаете точно, что в источнике они есть, не пугайтесь, это просто ограничение FindBI именно для работы ритейл-инструмента, для быстродействия, чтобы вы долго не ждали каждый раз, когда вы что-то добавляете, только в момент Save and Update или просто вы получите конечный результат и увидите его уже, работая в компоненте с ним. Следующий пункт – Summary Column. Это, по сути, window или load расчет, который позволяет нам сделать расчет по части выборки, то есть условия. Мы выбираем группировку полей. Это может быть там какое-нибудь текстовое поле, либо даже идентификатор. Здесь у нас перечислены все поля числовые, которые могут быть агрегированы, и свойства агрегации. Это может быть сумма, средняя, медиана, максимум, минимум, стандартное отклонение, уникальные значения, просто значения, accumulation, это нарастающий итог, или бы сортировку по увеличению, по уменьшению. А в случае, если мы работаем с текстовыми полями, используем текстовые поля, то у нас появляется немного другой набор функций summary. У нас есть посчитать количество уникальных, посчитать всего значений и комбинация строковых значений. То есть мы можем объединить несколько строк в одну строку благодаря этой функции. В принципе, здесь ничего особенного. Давайте выберем, попробуем выбрать, посмотреть. Но у нас, не помню, что он здесь, так как нет особо никаких значений, он ничего не комбинирует. Assignment column. Это назначение. То есть если вы понимаете, что у вас есть какие-то поля, которые вы хотите объединить и сделать категорию под категорию, то есть сделать большую агрегацию, то можно использовать вот как раз подобные функции в работе с ETL-инструментом. Что у нас есть возможность? Вот смотрите, автоматически назначить группы, либо вручную. То есть вы можете как руками задавать диапазоны тех значений, групп, которые будут выбраны, ну, в зависимости от поля, которое вы выбираете изначально. А здесь вот подобные тоже, так, мы логарифмы, вот у нас вот такие значения есть. Автоматически, либо кастом, но при этом количество интервалов вы указываете. Одно.
Вот такие вот значения у нас получаются. Condition tag column. Отличная на самом деле функция. Мне очень нравится, что они ее добавили. Здесь есть явный вариант выбора условий, по которым будет назначена либо назначена, либо переназначена. У нас есть два варианта лейбла значения. Либо это будет явное значение. Допустим, мы там указываем что-нибудь. Допустим, да, нет, предположим, и выставляем условия, что вот у нас либо явные значения, вот от вот входит, не входит, не знаю, что это может быть, какой критерий, то есть у нас там вот эти значения, то да, мы используем, допустим, либо не используем, ну, это в дальнейшем вы сами решите, как можно реализовать в ваших расчетах. Идея в этом в чем? Что вам нужно назначить какое-то значение от условия. Это выбирается не с помощью сложной структуры формул if, конструкции через if, а с помощью интерфейса, выбирая условия либо явно полям, либо задавая формулу значений, которые вот с помощью функции уже встроены в FindBI. Здесь добавляется гибкость работы с инструментом. И также остальные значения вы тоже можете назначить. Помимо текстового, может быть, формула. То есть вы задаете формулу, которая считает по каждому условию. То есть для кого-то вы считаете одну формулу, для каких-то полей, для других полей вы считаете другую формулу. Допустим, в случае, если у вас там значение одно или там несколько значений посредством, вы считаете формулу 1. Если вам нужно, чтобы для значения 2, 3, 4 будет формула 2. Для значения там 6, 7, 10 будет формула 3. И таким образом вы сможете создать поле, которое будет соответствовать вашим критериям и требованиям. Также тип поля можно задать вручную, либо он выдаст автоматически. Но так как здесь текст, то да, формула, в зависимости от типа формулы, будет можно выбрать значение. Join. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с join. Как и в пятой версии, мы здесь выбираем. Можно указывать не все поля, можно отсортировать и выбрать те поля, которые вам нужны. Опять-таки, вам отображается только часть данных, просто как пример. FindBI дает нам подсказку в режиме mode. Можно увидеть в AI все, что все методы объединения, это классические join, full join, inner join, left и right. Для тех, кто не знает или забыл, можно всегда посмотреть и на простом примере убедиться, как они работают. В 13-й версии, в последнем, помимо равенства полей, появилась возможность создавать калькуляции, на условия, по которым будут выполнены сравнения. То есть, допустим, если у нас... Ну, я даже не буду... Допустим, если у нас дискаунт больше... Сколько там у нас дискаунта? Какие вообще есть значения? Дискаунт... Давайте quantity выставим. Давайте выставим. Здесь будет quantity. А, не так. Давайте вот так это сделаем. У нас здесь будет quantity, условия больше 10. И здесь также выберем quantity больше 10. Значит, я выбрала неправильное значение. Напоминаю, что в FindBI, если у вас англоязычные меры, то их можно либо начать набирать, и будет выйдет подсказка, а все остальные меры можно нажать, они появятся у вас автоматически. Есть ошибки, значит, что-то я не так... А, вот у нас лишнее условие добавилось. Проверим, нет ли у нас дополнительных условий. Вот такое будет условие.
у нас значения появились. То есть то, о чем просили много раз вендоры, и, как сказал Сергей, вендор нас слышит и учитывает наши пожелания, у нас тогда появляется... Касательно того, что просил, спрашивали, Union All у нас есть, вы можете объединить, причем здесь можно, здесь у нас только один раз эта табличка используется, мы можем несколько раз ее на самом деле добавить к себе же. Опять-таки, ну вот этого поля у нас нет, оно останется пустым. Эти поля тоже останутся пустыми, но мы можем присоединить. То есть вы создаете в шестой версии, у вас не будет, что у вас дашборд состоит из источников, и вы этот дашборд хотите использовать. У вас есть объект анализа, и вы создаете на основании этого объекта компоненты, создаете дашборд. И вы можете сделать, допустим, один источник исходный, а потом сделать источник, скопировать и использовать источник, в котором вы объединяете, допустим, несколько раз одни и те же данные или там несколько таблиц из разных источников. И у вас появляется новый источник, его во втором в компонентах, которые будут помещены на другой дашборд, можно использовать уже вот этот объединенный источник и с ним работать. А в первом дашборде вы можете использовать только два источника данных, допустим, как вам потребуется. В шестой версии раздел данных – это отдельный раздел, и все компоненты, все дашборды будут строиться на этих источниках данных в рамках одного объекта анализа. И все формулы, функции, тоже все расчеты будут доступны во всех компонентах, о чем я уже ранее говорила. Поэтому мы можем это сохранить и получить результат. То есть, конечно же, мы сейчас не видим, потому что нам, опять-таки, подсказывается только 5000 элементов для того, чтобы производить NCTL. Мы долго не ждали все обработки. В дальнейшем, когда мы запускаем Safe and Update, обрабатывается весь источник полностью, и все наши вычисления будут выполнены. Дальше у нас идет Group Summary, но это то, что осталось еще с прошлого, то есть это классическое объединение. У нас также есть возможность выбрать, либо мы объединяем, создаем группы с тем же значением, либо делаем кастомные группы, то есть мы можем на этом уровне тоже определить те группы, которые будут объединены, создать их, значение распределить. Те значения, которые встречаются в источнике, распределить по разным группам. Опять-таки напомню, что очень важно, чтобы первые 100 тысяч записей или те содержали весь набор для того, чтобы вы могли правильно распределить. Иначе часть значений, которые не оказались, окажется в разделе «Другие». Ну, здесь у нас классический, также напоминаю, что у нас метод агрегации, вот здесь тоже можно выбрать, как сумма, средняя, весь стандартный набор. Критерий суммирования, то есть вы можете указать также критерий суммы, допустим, чтобы значения quantity были от 0 до 10, вы хотите найти, только суммировать маленькие значения. Никто вам не мешает... Нет, мешает. Второй раз мы не можем, похоже, дискаунта. Можем мы еще раз это поле поместить и выбрать другой критерий. То есть здесь мы можем создать поле маленькие суммы, а здесь будет большие суммы по другому условию. То есть у нас гибкая возможность, мы опять преобразовываем и создаем тот источник, который нам необходим для построения компонентов и помещения в дашборд. Поместим. Сейчас, как вы видите, я просто набрасываю то, что попадает под руку. Здесь нет никакой логики идеи. Мы смотрим все варианты, инструменты, которые нам в данный момент дает FindBI. Следующий шаг. Это фильтрация, которая зачастую, конечно, рекомендуется делать на первых шагах с точки зрения подхода оптимизации объема данных. Если вы понимаете, что часть данных вам не нужна, то лучше ее сразу отфильтровать, а не работать со всем массивом
источника исходного. Здесь также, как и во многих формулах, у нас есть возможность выбрать поля и указать значение. Весь перечень значения between, равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, наибольшие значения, наименьшие, пустые, не пустые. И также у нас есть возможность указать формулу, опять-таки, со всем набором функций, доступных в FindBI. Классические все функции, которые вы уже наверняка знаете и, возможно, уже используете в своих дашбордах и компонентах. То есть, в принципе, достаточно много всего можно сделать и на встроенном инструменте. Не буду я сейчас фильтровать, но просто покажу, что у нас, ну, допустим, Product ID от 0 до 1000. Также помимо... помимо фильтрации на уровне вот здесь добавления через плюсик, вы всегда можете, во-первых, сортировку указать здесь же, не заходя в раздел «Сорт». То есть у нас следующий пункт – это «Сорт». Вы можете как через веточку добавить сортировку, и вот здесь «Сорт-индикатор», либо сразу же на уровне таблички можно вот здесь указать какую сортировку вы хотите. Точно так же здесь можно делать и фильтрацию значений, не отображать пустые, допустим, и вот шаг фильтрации сразу же у вас появится. Не обязательно делать здесь, можно и здесь. Также в случае, если вы понимаете, что с типом вы не угадали, вы хотите его поменять, тип поля тоже меняется здесь. Это и сразу же у вас вставляется шаг Field Settings. То есть либо вы это делаете вот здесь справа, либо через интерфейс самой таблички, чтобы вам было это проще и нагляднее. Сейчас мы еще осталось не так много у нас здесь как раз вот Field Settings. Давайте посмотрим, что нам позволяет Field Settings. Как я и говорила раньше, можно показать набор полей, которые нам нужны, и убрать лишние, если там технические, расчетные вы используете. Лишнее убираем, чтобы объем данных был датасета меньше. Именно только тот, что вам необходим для работы, не мешали, ну, не хранить лишнюю информацию. Особенно если мы работаем в спайдер-режиме, все эти данные будут лежать на диске. Поэтому думайте внимательно, следите за тем, что, какой объем информации вы используете и сохраняете. Также, как я и сказала ранее, тип можно поменять и переименовать на любое значение, которое вам нужно, чтобы вы запомнили, лучше понимали, о чем идет речь в данном поле, и разработчики могли использовать, если это делает администратор, допустим, готовит источник, либо если вы планируете этот датасет опубликовать, и другие разработчики будут использовать. Если предлагаю вам спланировать и договориться между собой, как вы будете наименование вводить, потому что источников будет много, и чтобы все понимали, что скрывается за тем или иным названием. Следующий пункт у нас есть, это time interval, можно здесь меню. FindBI позволяет вычислить сразу же, а у нас нет никаких временных, давайте добавим, забыла я показать еще, столбцы из других таблиц можно взять. К сожалению, здесь модель не работает, и даже если мы, так, нам нужно orders, здесь у нас есть поля, и мы можем сразу же, здесь у нас нет так, значения, по которым мы объединяем, то нам нужно его вернуть и добавить. Если мы понимаем, что мы где-то что-то забыли, мы всегда можем вернуться на нужный нам шаг и добавить то, что нам не хватает. У нас был order ID, мы где-то его вот здесь потеряли. Давайте посмотрим, где мы потеряли order ID. Вот здесь потеряли order ID. Мы, так как это у нас все-таки по смыслу является измерением, то мы его помещаем именно в условия группировки. Здесь у нас возвращаемся снова
в раздел. Order ID появилась в качестве источника, и мы можем добавить. И у нас появились поля из других таблиц, которые мы можем использовать в дальнейшем для нашей работы. Давайте вот здесь, здесь удобнее, у меня панели. У нас появился теперь order date, date и current time. А подсказка описания нам позволяет увидеть, что мы получим в результате, то есть у нас какие есть юниты. На самом деле это есть функция, которая встроена, а это визуальный интерфейс этой функции для того, чтобы вам было проще и понятнее создавать поля и работать в этой, в инструменте нашем. Месяцы, количество месяцев, количество лет, количество кварталов, разница между двумя значениями. Часы, дни и так далее. Обязательно название. Название, видите, на русском, на английском без разницы, то есть у нас нет привязки. И FindBI прекрасно работает с русским языком. Мы получаем, вот у нас там в нулях в месяцах, потому что данные у нас одинаковые и неинтересно. Давайте поправим. Давайте, допустим, current type выставим, чтобы было поинтереснее. Тогда мы получаем уже отличное от нуля значение. Следующее поле get time. Да, у нас есть поле даты, и мы хотим иногда подготовить по отдельные поля с элементами даты. Опять-таки, как и функция, это встроено, аналогичные функции есть в FindBI. Это вы можете получить год, квартал, месяц, месяц, день, неделя, день, количество недель, час, минуты, секунды, год, квартал. То есть все группы, которые создаются, они все здесь доступны. Ну, давайте добавим вот такой вариант. У нас появится год, неделя. Как видите, у нас получился год и номер недели в этом году. Есть также элементы, это неделя, день недели. Давайте посмотрим week. Это номер дня в неделе, точнее. Номер дня в неделе. Функции эти описаны хорошо в формулах. Можно посмотреть, что FindBI предполагает под тем или иным значением. Следующая функция. Давайте на getTime, наверное, хватит. У нас row to column. То есть мы можем преобразовать из строки в столбец. Давайте добавим для интереса поля из другой таблички. У меня были employees, employee name, title. И у нас по employee ID, которых у нас тоже нет, потому что мы про них забыли, когда делали группировку. Как видите, я возвращаюсь и понимаю, если чего-то мне не хватает, я беру обратно эту часть. В order details, по-моему, ее и нет. Значит, не подходит она. Она возьмем тогда, давайте сделаем вот таким образом, возьмем поле из order сначала, employer ID. Опять-таки, order ID у нас является ключиком объединяющим. И в дальнейшем возьмем также из employees. Фактически, да, мы создаем плоскую табличку. ID нам нужно не summer, а нам нужно поменять тип тогда на текст, чтобы система не пыталась их просуммировать, когда мы будем их переносить, объединять. Employers. А здесь у нас, потому что поле мне нужно не employer ID, а employee name. На самом деле, зря я это сделала.
ID у нас не позволяет, поэтому зря я поменяла. Наталья, а Опять-таки, можно вопрос? да, пожалуйста, я А вот люблю это, вопрос. да, вот эта функция, это же то же самое, что и newColumn получается, или Да, left по and right сути, merge получается? это по сути все эти функции, это упрощение каких-то кусочки. То есть вы, конечно, можете одно и то же сделать несколькими способами. То есть это общее, это left merge, конечно же, но здесь это как бы считается более простой и более быстрый способ получения нужных результатов. Спасибо. Поэтому name. Ну, максимум, потому что deploy ID. Максимум, потому что если значений несколько, он будет объединять. Мы можем здесь тоже поменять combine. Если значений будет несколько, они будут объединены в одну строчку. Вот мы получили значение, а все это сделали для того, чтобы попытка была преобразовать из строк в и строк, так, группировка, надо им добавить. Конечно же, все это стоит делать не спеша. Я стараюсь как бы минимизировать время, которое мы тратим на это. Но в идеале, конечно, делать спокойно, вдумчиво и понимая, что вам необходимо. Потому что я делаю это немножко неправильно. А можно еще вопрос? Да, пожалуйста. А есть ли сейчас какое-то ограничение, вот в пятой версии оно было, по количеству строк, которые отражаются вот, в целом в датасете? Вот, ограничение, по-моему, стояло на 10 миллионах строк. Да, есть. Вот это как раз тот отображается, на каком значении, вот видите, 10 миллионов строк, на которых идет пример преобразования. И вы можете какие-то результаты не увидеть, просто потому что в тех 10 миллионах, которые FindBI выбрал случайным образом, из первых частей, не знаю, каким образом он выбирает, не оказалось вот того критерия, того условия, которое вы выбрали. Ну, если поставить использовать полностью все данные из источника, то есть не первый, там, по-моему, вообще 5000 даже строк, он первый Нет, считается. 5000 это displayment. Вот он, видите, показывает Да. внизу, он отображает, а считает он на records for calculation, вот здесь он считает, он показывает либо 100 миллионов, либо 10 миллионов, либо 100 тысяч. Предполагается, что это достаточно репрезентативная выборка, чтобы определить, какие... Да, но если большой, огромный источник, и явно отсортированный в начале 10, первых 20 миллионах показывает только 20% данных там по измерениям, по значениям, то это будет, конечно, тяжелее понять, как обработать, потому что вы будете ожидать там фильтрации, вам нужны какие-то значения, а их не окажется, потому что Фабия их в 100 миллионах не нашел эти значения. И он их не отображает, что они есть в выборке, и не показывает, что их можно отфильтровать. Поэтому, То есть конечно. это отложенный, так скажем, расчет. То есть Да. указали все поля, там настройки, добавили там различные мерджи, и когда уже завершили работу с датасетом, закрыть, сохранить, и он тогда начинает Да. считать вообще полностью весь массив. Это Да. там может занимать Да. там даже несколько часов. А вот в этом вот полном массиве ограничение вот все равно 10 миллионов стоит. У меня вот данных больше, порядка 500-600 миллионов строк, получается, и он мне выдает ошибку. Где-то слышал, что, возможно, А можно какую изменить это. ошибку выдает? Ну, мол, данных очень много, расчет не производится. Он может выдавать ошибку, есть защита от падения системы. То есть, если он предполагает, что обработка данного объема информации и данных может привести к тому, что все зависнет и упадет, то он не будет делать это, чтобы систему не положить. То есть там есть контроль падение. Он предрасчет может сделать, ну, предположить по своим каким-то механизмам и сказать, что типа нет, я это считать не буду, и если я начну это считать, то файн просто ляжет.
А если все-таки нужно считать? Нужно искать оптимизацию, либо добавлять ресурсов файну, чтобы ему хватало, чтобы он понимал, что ему хватит. То есть это на стороне хардверной уже все-таки, да? Да, но на самом деле касательно файна Spider до 100 миллионов рекомендованный объем Да. информации, остальное в директе лучше в меньших объемах, и либо предагрегацию делать уже на готовых источниках, которые вы там на уровне базы, либо на уровне SQL хотя бы получаете. Вот при получении данных, чтобы уменьшать, потому что все-таки мне сложно представить, если как будет строиться дашборд, с какой детализацией он должен быть, чтобы вам нужно было там 200-300 миллионов записей, либо несколько уровней источников, то есть несколько уровней дашбордов там через Jump, но это мы в другой урок я расскажу и покажу, о чем речь. То есть чудес не бывает. Если вы хотите что-то большое, то дайте ресурсов и будьте готовы, потому что файн будет долго висеть на этом. Ну, то есть это не программное какое-то ограничение. Вот я просто думал, в пятой версии Нет. ограничение 100 миллионов строк, ой, 10 миллионов строк, а в следующей, возможно, этот диапазон увеличат. А FunRuan готовит сейчас обновленный движок, который будет переваривать еще больше объем информации, и тогда, возможно, именно и ваш объем уже тогда будет обработан корректно, и не будет он падать с ошибкой, и не, ну, не будет он вообще прерывать этот процесс из-за риска упасть совсем. А, интересно, это уже, я так понимаю, в седьмой, наверное, версии. Ну, это не знаю, это будет седьмая, то есть это планы следующего года, но такой вопрос не сегодняшнего урока, просто... Понятно. Открытый пока вопрос. Хорошо. Нет, это открыто, но мы просто не к этой теме, но, в принципе, да, есть такая информация, roadmap of... У нас есть, к нам представители вендора приезжали, рассказывали о своих планах, и как раз планы по увеличению обрабатываемого объема данных, чтобы мощность движка была выше. Отлично. Ну, если еще раз просят, миллиард строк будет отлично. Хорошо, я передам, но там на Спасибо. таком объеме вам уже кластеры нужно использовать. Хорошо. Возвращаемся к нашим функциям. Column to row. Строки role field и value. Честно говоря, не особо внимательно я использовала и погружалась в эту функциональность, потому что не очень не успела, честно говоря. Что-то он вот так делает. Если вы знаете или понимаете, для чего и как, можете голосом сказать. Я просто сейчас показываю те возможности, что есть в рамках ETL инструмента, если вы, чтобы вы знали, куда идти и куда смотреть, если вам потребуется выполнять похожие задачи. То есть преобразование строк в колонку, из колонки в строке, это вот здесь в Mo, сюда можно зайти и посмотреть. Вот он, title. Что будет? Value field. Вот будет у нас новое поле. Еще относительно работы с split field, это объединение либо разделение. Вот давайте value field у нас появилось. Разделяем. У нас колонка будет, допустим, первая, separator, space. И у нас появляется новое поле, которое содержит только первую часть. Это хорошо использовать при необходимости разбить фамилию, имя, отчество на несколько полей. Если вам надо будет, вы понимаете, что повторяющееся действие, то можно спокойно скопировать. И вот так мы вставляем, и здесь просто используем второй элемент нашего значения и получаем вторую значение и второе поле, дополнительно еще одно поле. Теперь возвращаемся к тем возможностям, которые даются в управлении вот этим процессом преобразования данных. Давайте откроем контекстное меню. Как я всегда говорю, всегда смотрите, где многоточие, в контекстное меню заглядывайте и смотрите, что там можно сделать. Фильтрация. Ну, имена – это классика. Ну, тут понятно, что можно сделать.
Это не самое интересное и значимое. Скопировать, как я показала, можно временно убрать. Если вы понимаете, что в процессе расчетов происходит ошибка, и вы не понимаете, но не хотите удалять, там у вас какая-то формула используется или еще что-то, ну, зачем делать несколько раз одно и то же, если можно просто это временно отключить и посмотреть, как будет выглядеть источник, пока мы отключаем эту возможность по фильтрации. Потом мы просто application принимаем, снова возвращаемся, поняли, почему у нас не получалось, или как нужно поправить формулу, чтобы оно заработало. А можно создать группы, то есть у нас будет группа, и поместить в группу, опять-таки, если вы понимаете, что какие-то шаги находятся, оказались не на своем месте, просто мышкой захватываете и перетягиваете в нужное вам место, и тем самым у вас появляется возможность гибко управлять последовательностью шагов. Ну, допустим, если вы понимаете, что вы хотите сделать шаг, а у вас этого элемента в формуле еще на этом этапе нет, вы переносите в то место, где этот элемент, это поле уже появилось, и формула становится валидной, а не подкрашивается красным и показывает, что посчитать не могу на данном, я не знаю, о каком поле вообще идет речь. Группа позволяет вам сделать саму цепочку более компактной. И также вы можете либо разобрать группу, либо еще добавить комментарий, группа действий, и в дальнейшем и вы, и ваши коллеги смогут понять, что вы делаете и зачем, и почему в этой части подносим, и у нас есть, всплывает подсказка и объяснение, комментарий, который мы оставили к этому части выполнения действий. Продолжим. Группа, ремарк и делит. Ну, если вы поняли, что-то лишнее не нужно, нужно удалить просто. Также напомню, что если вы поняли, что тот источник, который вы изначально выбрали, или вы, допустим, работаете на тестовом источнике ограниченном и проверяете ETL, а потом вы хотите перестроить на аналогичный, но уже полноценный. То есть в том случае, если вы сначала отрабатываете ETL не на всем источнике, то вы потом можете просто перенестись на другой источник, подключиться и заново. Ну, у нас вот там где-то мы ошиблись, потому что что-то добавилось и так далее. Но сейчас не будем уже MyAnalysis. Это у нас рамочка ETL. Мы понимаем, что нам нужен был какой-нибудь один. Здесь тоже будет, наверное, ошибка. Нет, ошибки нет. То есть мы понимаем, какой нам нужен источник, и подставляем тот источник, который соответствует нашему процессу ETL. Опять-таки напомню, что вы можете здесь сделать копии. В случае, если вы хотите поменять локацию вашего созданного источника, вы можете переместить в другой ваш объект анализа и скопировать туда, и ваш источник появится здесь, либо в новом, либо вот уже созданном источнике. Да, и, конечно же, отправить на публикацию, а также на основании этой таблицы создать новую табличку Datasets, классический, то, что был в пятой версии, и здесь использовать, к сожалению, лично мне не хватает, в принципе, создания датасета на основании ничего, а просто там какой-нибудь справочник из 1, 2, 3, либо лейблов и так далее. Ну, возможно, это тоже вскоре появится. То есть вы можете создать копию и на основании таблички создать еще раз источник и в дальнейшем с ним продолжить работать. Далее, да, Exit and Preview можно выполнить, выйти и посмотреть. Update information нужно update выполнить. Почему-то он автоматически не выполнил. Наверное, у нас вот здесь нет апдейта. Надо дождаться, пока выполнится это изменение. Обновление, то есть выполнится, и у нас появятся все источники, которые мы сделали. Пока выполняется обновление, предлагаю уже писать активно ваши вопросы и обсуждать вопросы, чтобы не затягивать сегодня пятницу, Да, если хотят домой. вопросики есть, домой все тоже хотят. Ну, собственно, да, первый вопрос еще раз про записи вебинаров. Да, будем выкладывать на YouTube. Не забывайте про промокод «Осень». 20% скидка на обучение.
Вот зимой осень работать не будет, будет работать только в течение следующей недели. По крайней мере, оставьте свою заявку, а дальше уже будем смотреть, когда вы сможете прийти на обучение. Еще раз напоминаю, продвинутый курс будет 31 октября и 14, по-моему, ноября будет обычный курс, базовый разработчик в MBA. Так, дальше. Можно ли законнектиться к внешним источникам данным, например, Google Sheet, ClickHouse, Яндекс.Метрика? Так, тут подсказывает, что это было на прошлом занятии. Но могу прокомментировать. Да. Сейчас, опять-таки, повторюсь, все, что имеет GDBC драйвер, можно подключиться. С новой версии в 13 появился пока в тестовом у нас плагины. Как я рассказывала в прошлый раз, это плагины Python и API REST. То есть, если у вас там Google Sheets, можно есть API-шком, с помощью вот этого плагина вы сможете настроить и получить, прошу прощения, данные. В общем, общий ответ: GDBC драйвер вас спасет. А ClickHouse стандартный есть, в подключении стандартный драйвер есть. Если версия не совпадает, то загружайте кастом драйвер и подключайте его, если версия драйвера не подходит под вашу версию базы. Да, спасибо, Наташа. Вот Евгений поднял руку, видимо, хочет высказаться. Евгений, мы вас слушаем. Да, добрый день. На самом деле я написал вопрос, но голосом просто Да, прокомментирую. пожалуйста, будет проще. Вообще применимость вот этого UTL-инструмента. Если для дашбордов уже готовится витрина, например, там в DBT, либо в другом UTL-инструменте, когда имеет смысл использовать встроенный функционал вот в FindBI? Если, допустим, вы понимаете, у вас готовят витрину, вы подготовили, начали разрабатывать, и вдруг вы понимаете, что чего-то не хватает. Но перед тем, как, допустим, если вот в вашем случае запрашивать доработку этого витрины, вы можете внести правки быстро на уровне внутреннего ETL, посмотреть, как будет выглядеть дашборд, выполнить несколько итераций, они будут быстрыми, потому что вам не надо никому обращаться, а по результатам уже перенести выбранный метод, выбранный подход в дальнейшем на витрину, и тогда ее зафиксировать и убрать этот преобразование, поменять снова на источник, который будет уже в витрине. Но не у всех, не всем так везет, не всем дают готовые витрины данных. У многих есть аналитические хранилища, да, с определенной схемой, в каком-то мере подготовленная агрегированная информация, но в рамках разработки дашборда появляется понимание, что нужно по-другому данные представить. И встроенный ETL позволяет это сделать. И вы сможете разработать дашборд, показать конечному пользователю и убедиться, что то, что вы разработали, соответствует пожеланиям и требованиям пользователя. А в дальнейшем уже думать о том, является ли подход преобразования данных на уровне BI оптимальным, либо стоит перенести это преобразование на уровень ниже других слоев аналитического хранилища, либо подготовленных дата-мартов в самом тоже хранилище. Это вопрос вашей архитектуры решения, скорости обновления дашбордов, как много вообще требований приходит. Все-таки FindBI напоминает инструмент self-service, и аналитики быстрее смогут что-то сами сделать, нежели запускать процесс изменения данных в аналитическом хранилище, ну, структуры или там этих маркетов, датамартов. Ну, в общем, да, за вас, да, можно порадоваться, что у вас хорошая витрина, действительно, это обычная редкость. Вот, но на самом деле, да, универсального ответа нет, надо в каждом конкретном случае смотреть. Спасибо за ответ. Ну, на самом деле это решается просто на себя забираешь этот историю с подготовкой витрин. Ну ладно. Но это если у вас такая есть возможность, вы же понимаете, у всех Хорошо, я по-разному. согласен, да, спасибо за ответ. Но тут я вижу определенные риски с поддержкой этого всего, дальше поддержанием работоспособности. И поэтому, может быть, хотел Для узнать, вас, вдруг есть возможно, это какие-то. безопаснее именно в вашей зоне, потому что для вас
и вашей как бы естественным является зона ответственности, возможно, базы, и вы можете там, понимаете, как исправить, понимаете, как поправить, а здесь пока вам сложнее и, возможно, непривычнее. Но это, опять-таки, Хорошо. разделение зон ответственности. На мой взгляд, я сама работала, когда я разрабатывала дашборд, и мне было проще самой проверить гипотезы, протестировать различные модели данных, как что лучше ляжет на дашборд, с чем мне будет удобнее работать, а только в конечном итоге предложить это перенести, и в итоге все равно остались на моменте, что пускай будет на BI, потому что спайдер-режим на объемах данных меньше 100 миллионов работает гораздо быстрее, чем получение данных из DataMart. И можно здесь также преобразовывать на этом этапе. Нет уже никаких противоречий использовать тот же спайдер, но обращаться уже к подготовленной витрине. Нет, конечно. Угу. Это вы просто упрощаете работу специалистов, работающих в Fine BI. Хорошо. И вопрос к метрикам на уровне датасета. Я правильно понимаю, что сегодня мы их, в принципе, не рассматривали? Это одна из тем следующих лекций? Извините. А метрики на уровне датасета, на самом деле, формулы, которые здесь... Вот, возможность создания формул, это и есть те метрики, которые вы можете создать. Тут это вопрос... именно формула. Приведите пример, о чем мы говорим. То есть мы можем на уровне датасета создать формулы, и набор функций совпадает, что на уровне датасета, что на уровне компонента. Мы вот здесь в основном data calculation, вот эта функция, вот это они во многом совпадают. Там есть нюансы, конечно, но есть очень много общего. То есть на уровне датасета вы можете те же самые формулы column использовать, и рассчитать, но в том случае, если вы знаете, что расчет, на этот расчет не должны никак влиять фильтры или там параметры, не участвуют. Тогда это на уровне датасета делается с помощью вот как раз либо summary column, либо formula column, либо assignment column. Давайте я тогда поясню вопрос. Смотрите, вот тут два принципиально, мне кажется, разных подхода вот у Tableau и у суперсета. Если в Tableau для каждого дашборда приходилось там делать свою метрику считать, ну, то есть логика, если она там конверсию мы какую-то считаем, и то, что здесь показано в этом ETL, это мы, по сути, делаем там некий расчетный столбец. А в суперсете, например, есть возможность на уровне датасета создать метрику и ее уже использовать в разных дашбордах. Ну, то есть мы выбираем dimension, там, не знаю, там, в разрезе там, городов, менеджеров, там, кого угодно, и дальше накидываем просто метрики, которые у нас уже созданы на датасете. Так это вот как раз есть summary column, но это вот эти лоды. Вы выбираете измерение, какой-то product ID, здесь считаете. Но опять-таки вы считаете только на основании той информации, которая есть в источнике. Здесь нет влияния фильтров, параметров и так далее. То есть если у вас, то есть если product ID, группа product ID, и мы считаем по ним дискаунт, сумму ссылки, сумму скидки по вот этому продукт ID. Но если там что-то поменяется с помощью фильтров, то это не повлияет. То есть если вы понимаете, что вы можете это предрасчет выполнить, и вам не нужно на основании того, что пользователь выбрал, использовать, то, пожалуйста, это будет лучше. С точки зрения вот то, что вы говорите, табло, я не могу сравнивать настолько плотно с табло. На мой взгляд, и так можно, но в зависимости от того, что вам требуется рассчитать и при каких условиях. Здесь это тоже как раз вы делаете формулу, поле, и во всех компонентах, во всех дашбордах данного объекта, либо во всех, где вы используете этот датасет, вы сможете работать с этим полем, с этой метрикой. Вы ее один раз рассчитали, допустим, конверсия считается там по каким-то вот этому источнику один раз, это одна формула, она рассчитывается, и вы потом это используете. Может быть, я неправильно понял. Прошу прощения, насколько понял, Евгений интересовался именно не про calculation column, а про calculation индикатор. Это вот как раз в моем индикатор понимании это в компонентах. Есть, да, это как компоненты. Раз и есть аналог, это следующее занятие. Меры и межи. Вот. Да, это следующее занятие тогда. Мы сегодня говорили именно про ETL, именно подготовку
вот источника, который доработку источника. То есть мы на прошлой встрече смотрели, как подключать источники из различных баз, Excel, JSON, SQL, а здесь именно дообработка дальнейшая, а потом уже в компонентах мы, да, учитывая, можем формулы считать. Там уже в формулах мы сможем использовать влияние параметров, которые инициализируются в фильтрах. Поэтому там гибче будет. А когда планируется следующий тренинг? Как раз, когда мы затронем эту тему? Сегодня пятница, завтра, в следующий во вторник. Да, да, совершенно верно. Спасибо. Так, следующий вопрос. Я, честно говоря, не очень понимаю. Михаил Климов, может быть, пояснит. Вот он спрашивает, можно взять новую формулу DEF? Можно. Я имел в виду, когда мы смотрели на формулы. Да, здесь можно использовать DEF. Я просто не стала об этом писать, потому что не подготовилась. То есть DEF-функции вам также здесь доступны. А можно их поискать. Они доступны. Но здесь в основном только, здесь только DEF, без DEF-SUB, без DEF-AD. Но можно использовать earlier условия. Да, можно. Угу, отлично. Так, вот Артур тут выложил схему джойнов. Давайте как, посмотрим. Ну, в принципе, не... схема полезная, известная. Ну, вопроса тут нету не у него. Не, это в комментариях. А, это в комментариях было. Да, да. Так, дальше на вопрос Евгения уже ответили. Так, где посмотреть список курсов? Список курсов на нашем портале datafinder.ru. Так, ну да, там комментарий, было бы удобнее смотреть записи уже сейчас. Ну да, понимаем, но, к сожалению, да, не успеваем все это обработать. Там все равно какая-то задержка предусмотрена. Мы именно, да, могли бы, что называется, записать все это в офлайн режиме и выложить потом. Вот, но решили все-таки сессии вопросов и ответов. Это довольно важно, чтобы, что называется, чувствовать запросы аудитории. Так, дальше повтор вопроса про коннектор к внешним источникам, да, было так. И вот, насколько я вижу, последний вопрос от Владимира. Можно ли использовать алгоритмы и методы дата-майнинг? Не знаю, я не очень понимаю, что такое дата-майнинг в данной ситуации. Может, кто-то пояснит мне, я тогда смогу. Да, Владимир, если вы поясните, да, свой вопрос, что вы имеете в виду, да, ну, особенно если в разрезе ETL. Нет. Что-то не слышно, там кто-то очень ускоренно разговаривает. Очень быстро. Либо плохое просто качество, и нам оно слышится в виде такого звука. Владимир, да попробуйте еще раз, да. Может, текстом? Ну или текстом, да. Не получается, Владимир, пока задать вопрос. Может, кто-то из присутствующих подскажет, что может предполагаться под дата-майнингом? Исследование данных или... Давайте поищем. Может быть, получение биткоинов? Но я жду момент, когда начнут просить, почему, спрашивать, почему Файнбанк кофе не готовит, но... Для поиска ранее неизвестных закономерностей в больших массивах информации эти закономерности дают возможность... Взаимосвязи понять. Между факторами, вот Владимир пишет. Я думаю, что в эту сторону, нужно, чтобы вот с этим работать, нужно смотреть в сторону плагина с питоном, и мне кажется, там больше шансов получить подобную информацию. Стандартный встроенный ETL, конечно, нет, не про это. Так, да, отлично, управились оперативно. Хотя вот смотрите, видите, да. Есть тут какой-то пример схемы, ее, наверное, можно. Если это какой-то достаточно простой алгоритм, его можно реализовать. Если это большие, очень большие объемы данных и сложные вычисления, то я думаю, FineBay просто физически ресурсов ему не хватит. Поэтому вот они и сделали плагины Python.
который больше предназначен для таких расчетов. Ну, объективно, конечно, да, для дата-майнинга это отдельный класс программ все-таки, да, то есть, наверное, действительно, да, Наталья права, что какой-то класс частично можно закрыть, какой-то там простенький дата-майнинг, но если там широко рассматривать этот термин, то, да, надо специальные программы. Нейронные сети, ну, вот, может быть, как раз нейронные сети написаны на питоне, можно использовать там и работать с ними, они будут предобработку делать и выдавать уже готовый результат. FineBI, да, не для этого. Он для, в первую очередь, его назначение — это визуализация данных бизнес-пользователями. То есть то, что вы говорите, это больше уже такой хардкор дата инжиниринг, а это больше софт дата инжиниринг. Ну вот если Java классы, там, не знаю, FineBI — это же Java внутри, ну, написано на Java, и он предполагает, что можно какие-то Java-классы свои писать и добавлять. Возможно, в эту сторону тоже можно посмотреть. Но это не вопрос данной темы, и я недостаточно компетентна, чтобы на него отвечать. По теме сегодняшнего встречи ETL есть вопросы? Или на сегодня все, и все хотят домой, и уже устали? Чувствую, в первую очередь ты хочешь домой. Хорошо, да, коллеги, да, давайте тогда заканчивать. Поподробнее лучше подготовимся к следующей встрече во вторник. Готовьте вопросы более развернуто, да, тогда мы сможем. Ну, или если заранее на почту marketing@businessclick.ru направите свои вопросы, да, тоже у нас будет время подготовиться. Может быть, даже с какими-то, ну, что называется, примерами мы сможем вам что-то показать. Да, я забыла, может быть, еще раз показать, что Lineage View у нас позволяет увидеть все источники, откуда что попалось. То есть все это видно. Также уровень и как вот цепочка преобразований идет. Так что вполне достойный инструмент. А можно короткий вопрос еще? Вы говорили уже несколько раз, что вот скоро-скоро у нас будет новый инструмент, который FunRun презентует, и еще будет круче, еще лучше. Это, и правильно я понимаю, что это больше акцент будет на ETL? Да. Что касается BI, это вот как бы топ. Или да, там будет нет? ETL, там именно будет блоки, последовательность данных, преобразование, то есть это вот именно ETL-инструмент. Угу. Какого-то инструмента у FunRun, как бы, который бы больше был по функционалу, чем FindBI, его нету. Именно FindReport. FindReport. FindReport, он больше по визуализации, там сложнее, больше источников, больше кодинга, можно процедуры подключать. То есть это FindBI, это вырос из FindReport, как более упрощенный вариант с направленностью на пользователя, бизнес-пользователя. А FindReport, он продолжает свое... Ну, да. Как бы... да, да. Это, ну, если знакомые с кликом, это как раньше был ClickView. Да, ой, нет, би... нет, 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 нет. Не хотелось. Нет, я знаком, поэтому не хочу туда, в ту область. Мне нравится... Но зато там можно сделать просто реально космический корабль. Вот реально. Просто очень странный подход получается. Они, по сути, к там подходы и табло, и клика, и развивают это параллельно, и... Но они как это... Свое видение лучше. Да, да. Вдохновляются, скажем так. Знаете, это воруй как художник. Круто было бы это все в одном продукте увидеть. А по FindReport где-то можно информацию посмотреть? Может быть, он более подходящий будет тогда? Да, у нас... Да, тоже на DataFinder заходите, да, там есть информация. Хорошо, спасибо.